очень много интерьеров, причем интересных. Сейчас мы вам все покажем. Метод Рингульд, ребят, первый раз вижу такое цветовое сочетание, чтобы к фасадам Рингульд глянцевым просто добавили золотые ручки. Все. Вот совершенно по-другому кухня смотрится. Она такая какая-то воздушная, красивая. Тань, тут со светом поиграли. Со светом поиграли? Смотри, вот снизу вот эту тут красота-то какая. А, то есть подсветки много, что все это играет, да? Из-за света она смотрится по-другому. Значит, здесь у нас Рингульд, метод, на 101 тысячу, длина 188. Стандартная конфигурация, холодильник, ящики, раковина, посудомойка, угловой шкаф, еще один ящик для хранения. Здесь у нас дополнительно еще место для всевозможных мелочей, подразумевается здесь и уголок для ребенка сделан. Опять хочу в очередной раз отметить полки Масленда. Ребят, смотрите, как удобно. То есть это мелкое место, да, куда можно элементарно книжки сложить, какие-то детские мелкие штучки и, пожалуйста, да, уголок для занятий. Беста с фасадами. Ой, все, что-то я это подзабыла. Но здесь еще сыграли Дим на аксессуарах, то есть добавили именно золото, да? Золото в подсветках, золото, кран, аксессуары, салфетница, то есть, ну, именно такое дизайнерское решение. Беста Глазвик, все, сори. Стол у нас акидолен, кстати, акидолен в разложенном виде, да, ребят, смотрится так. Если смущает, либо не покупаем, либо закрываем скатертью. Других вариантов нет. Кафе. Кафе Самар назвали. Все икеевское. Не знаю, мне было бы приятно в такое кафе прийти. Ну да, веселенько. А? Веселенько. Да. Смотрите, как удобно. Ящики метод с самыми бюджетными фасадами. На них сделали подушки. И получается место для посидеть. Здесь все. Сразу отмечу, Таня. Ушатают белый цвет. Ушатают ногами. Особенно в зимний период. Ну да. Имел. Ну, я с рюкзаком. Это все-таки, наверное, больше южное что-то. Да. Чтобы всегда было сухо, чисто. На пляжу. На пляжу. На пляжу, может быть. Столики. В общем, у кого есть идеи, да, по обстановке кафешек, пожалуйста, Икея может предложить даже такой вариант. Ну, не знаю, мне нравится, как смотрится. То есть такой полноценный. Ну, конечно, все красиво, чистенько, пока не начинает использоваться, да? Такой чистоты уже не будет, это открытая кухня, то есть это все видят. Кофе, не кофе. Такая вот кафешка. Ну, как-то подробно. Как-то подробно не буду. Много народа, поэтому пойдем. Очередной метод, ребят. Метод Аскерунд. Мы практически показали сегодня все фасады. Вверх. При слове «загляните внутрь», я понимаю, что там будет прятаться посудомойка. Здесь у нас три ящика. Раз, два подстоловые приборы. И, кстати, идем покажем. Что-то со звуком? Как можно сэкономить, не ставя ящики Максимера, но при этом использовать функционал? Пожалуйста, ставьте корзину. Все лучше, чем полки, на которых вечно ничего не найдешь. Здесь у нас раковина. И еще смотрите такой момент. Сочетание ручек с крючками, стульчиками и вешалкой-планкой чусик. Кстати, вешалка-планка очень удобна для полотенец. Надо себе также повесить на стеночку. Там есть место. И на нее вешать полотенчик. Ну да. Вот между там у нас пространство есть. То есть, если у вас остается пространство, например, не всегда получается кухню сделать стык в стык. Остается у вас вот, Дим, как ты можешь показать? Остается у вас вот здесь вот столько места, допустим, 10 сантиметров. Но вы ничего не сделать не можете, потому что если фальшами, да, ну, как бы доделать, это очень дорого выйдет. Пожалуйста, повесьте вешалку, сушите полотенчики. Хорошо, а как я туда повешу? Как у меня туда перфоратор хотя бы залезет? А, сначала надо повесить. Ну, это стандартная женская идея, да, то есть я придумала, а ты, дорогой, делай. Пойдем. Еще одна кухня метод, квадратура не указана, кстати, небольшая, Дим, примерно наш размер кухни, да? Ну, с учетом балкона. Ну да, с учетом балкона. А здесь объединение идет с балконом, но опять же, да, балкон должен быть теплый, иначе смысла нет. То есть все хранение перемещается автоматом вот сюда.
банки, склянки, прочий дребедень. То есть все, все уходит жить сюда. А здесь у нас получается ящики метод. Опять же, черные фасады кунбака. Не забываем, да, про вот следы, все прочее. Кстати, ребят, кто кунбакой пользуется, расскажите. Ну, вот здесь я бы сказала, каждый сантиметр использован. Варка, духовой шкаф, ящички. Потом, пожалуйста, ящик под плитой, но его часто такие используют сюда. То есть можно противни, формочки, все сложить, то, что используется именно для... Ну, скажи мне, как хозяйке, две конфорки тебе достаточно будет? Нет, мне две не хватит. У меня в основном три. Нет, если готовить, вот, допустим, что-то быстро там, да, как я обычно там жарю мясо, делаю гарнир, салат, мне хватит. А если готовить что-то там на несколько дней, то тогда либо мультиварка сюда добавляется, либо нужно брать панельку. Ну, я не люблю индукцию. К ней посуду нужно определенную подбирать. Это нужно каждый раз заморачиваться, не, видеть, зачем? Не видеть. Ну, я же двухкомфорочная газовая. Ну да, есть и газовая двухкомфорочная. То есть, в принципе, место, ну, для приготовления пищи есть. На семью. На нашу? Ну, я бы, наверное, хотя бы три попросила. Так, смотрите, под раковиной. Можно организовать и так. Не обязательно ставить ящик, ну, шкафчик с дверками. Можно поставить большие ящики, если вы хотите, чтобы кухня выглядела лаконично. Там у нас посудомойка, а здесь у нас маленький холодос. Но, опять же, это небольшая семья. Где тогда холодильник? Опять для одного. То есть, получается, надо либо вот эту часть закрывать, тогда уже кухня будет маленькая, либо ставить холодильник сюда. Ну, да, здесь 1-2 человека максимум, но при этом очень много всевозможных каких-то шкафов для хранения. Вот. Ну, у нас даже сейчас столько на четверых нет, это какая-то тонна всего, напихана, навалена. Ну, тут, понимаете, дизайнеры дают идею, да, а дальше вы уже думаете, подходит вам, не подходит, нравится, не нравится. Ой, да это уже зал приемов, да? Угу. Фасады будбин в зелени. Ребят, очень красиво смотрятся. С золотом сочетание вообще. Вот, ну, просто красиво. Такой изумрудный город. Уже привозили нескольким клиентам. Люди довольны, но фотографии не показывают. И, кстати, давай посмотрим остров, как сделан из метода. Мы, в принципе, днями здесь с клиенткой это дело обсуждали. Ну, да, так и выходит. Стыковка столешницы. Ставится каркаса полностью. Простите, пожалуйста. Полностью обкладывается боковыми панелями, потому что по-другому остров просто не будет смотреться. Вот они, фальшики. А как они фальши создают? Просто зацепили. Я понимаю, что окрепление какое. Я сейчас сходу не готова ответить на этот вопрос. Нужно посмотреть на сайте, потому что у нас за всю практику фальш-панель брали только один раз. То есть а подожди, открывается? А, сам... Фальшик вот сбоку. Вот он наш ответ. Все элементарное просто. Мы смотрели? Сама, вот, все, вопрос решили. Интересное место. Много места. Где бы такую кухню взять огромную? Ну, это частный дом. Ну да, это только частный дом, потому что я сейчас квартиру с трудом представляю с такой громадной кухней. То есть это и гостиная, и какой-то детский угол, и большая кухня, просто огромная, можно сказать. Кстати, очень часто будбины вот так делают в качестве таких мини-буфетов. Мы с вами смотрели большой буфет, а это маленький. Ну а что, тоже удобно, все формы сложены в одном месте. Только звонко. Ну это на очень-очень большую семью. Ну а очень, да, даже тут четвером, например, слишком много. 10 плюс. Ой-ой. Ну смотри, она кухня такая огромная. Надо же все хранить, что ли? Ну да. Метод Вахсторб. Примерная комплектация, какую мы смотрели в черный. Спорим, холодильник? Угу. Даже можно уже не спорить. Мне кажется, друзья мои, посмотрев несколько интерьеров с кухней, у вас уже складывается картинка, какую кухню вы хотите. Здесь у нас стол Вангста. Беста на стене. Ну, кстати, Бест очень удобно на кухне, когда мало места по стене, нужно что-то повесить узкое. Опять же, объединение с балконом. Подсказка про бесплатную кваротеку, где можно все-все посмотреть. Ну, даже по телевизору рекламируют. Ну да, кстати, даже по телевизору есть. Но это опять кухня на одного. Либо люди, которые, в принципе, дома большой запас продуктов не хранят, а то есть какая-то минимальная готовка, тогда смысл такой большой кухни. В хрущевках тоже люди живут, да? Ну да, нет, но холодильник. А там еще меньше. Нет, а куда холодильник?
Холодильник здесь маленький. Так, ладно, нам с тобой велели не спорить. 10 квадратов, кстати, кухни. В спальне 20 квадратов, в кухне вот здесь. Санузел. А где? А нету, в общем, только вот. Метод Цивидаль. Тоже большое, большое помещение, объединенное гостиное. Струнос. Имейте в виду, часто и очень часто сучки у этого стола трескаются, приходят в негодность. Несколько раз уже меняли по гарантии людям. Так, здесь у нас метод Цивидаль, 140 сантиметров. То есть вот то, что мы смотрели в кафешке, ну, дома это более, да, логично выглядит. Вместо какого-то диванчика делается кухонный вот такой остров. Закрывается столешкой, сверху матрасик, рейлинги. Это детей усаживают, пока мама еду готовит, чтобы они наготове были. Ну да, кстати. Или просто почитать. Или просто почитать, поваляться можно здесь так. Уголок. Да, мне это нравится. Вот, такой вот уголок. Дальше сама кухня, холодильник. Вот уже, да, визуально понятно, что здесь люди будут жить. Опять же, видите, да, объединенный фасад. Открываем холодильник, чтобы попасть в шкаф. А здесь у нас посудомойка, место для хранения, раковина. Друзья мои, нет нагромождения высоких шкафов, поэтому смотрится очень свободно. Шкафчик-шкафчик пусто, шкафчик-шкафчик пусто. Цивидаль. Очень похоже на Опус, только в более дорогом исполнении. Опять же, стеклянные фасады дают дополнительную воздушность. Так, здесь у нас угол прячется с каруселькой. Здесь ящики Максимера. Вот за что я люблю метод. Такая хорошая глубина. Но если бы не было выдвижных ящиков, было пользоваться бы совершенно неудобно. То есть разложить можно все, что вы хотите и как вы хотите. Вот ты меня спрашивал, какая мне панель нравится. Вот такая. Полноценная. Я как-то пока с индукцией не готова смириться. Ну, очень большой размах, да, уж какой? Да. Из столешницы сделан барный стол. Ножки растущие. То есть, если место остается, позволяет, вполне можно еще и сделать не только удобно, но и красиво. Я подумал, это кухня для хорошей семьи из 4 человек. Ну да. Потому что холодильник. А ну, те холодильники это один-два. Для молодежи. Ну, без детей когда? Да. Потому что все они все равно в кафе все едят. Например, бы нам двоих, вот, хорошо было бы, да? Ну, в принципе. Мы домой только спать приходим. У нас вечно дома нет. А, так, вот он, кстати, меловой фасад. Юдерла. Жалко, нет этого. Мелика порисовать, показать вам. Здесь просто шкафчик для хранения. Ценник, сразу скажу, не бюджетный от слова совсем. То есть фасады дороговатые, но интересно смотрятся. Кафешки их полюбили. Хорошо эксплуатируются, не выходят долго из строя, при этом на них можно рисовать. Здесь, значит, у нас верхнее хранение. Угловой шкафчик. Ну, по стандарту. Сторону. А? По стандарту. По стандарту, да, ребят, я уже нового вам ничего не покажу, потому что оно все повторяется. Поэтому давай, наверное, просто вот, да, визуализация, чтобы у людей была, что вот можно так сочетать. Вот оно сочетание, в принципе, черного, белого, еще других цветов. Ну, и закрытого холодильника. Да, и закрытого холодильника. Идем дальше. Кстати, да, у нас возникла идея пересчитать, сколько интерьеров кухонь в Нижнем, сколько в Казани. Но это уже дурная идея, но тем не менее. А, так, метод Эдсерум. Коричневый классический, любимый цвет мам. Очень много возрастных женщин любят такой цвет. Здесь уже небольшая кухонька, ребят. Значит, 2,20 длина. Получается, да, отдельно вынесенный холодильник. Здесь у нас раковина. Дима ушел. Раковина. Здесь у нас раковина.
Место для приготовления пищи. О, сюрприз! Какое интересное решение. Кстати, интересно, да? Так, а посудомойка есть? Нет. Место посудомойки? Чем вот ты пожертвовали? Да, либо-либо. Получается... Посмотри, не, ну она, видишь, она, во-первых, узкая. У нас лжишка, она более широкая. На 5 килограмм загрузка, нормальный барабан. Вот только мы такой привозили. Так, давай разбираться, как сделали. Значит, дополнительного какого-то каркаса здесь нет. Получается, при сборке было смещение каркасов, чтобы выделить планки. Да? То есть сами боковушки были смещены. Вот вам полка Масленд, да? Для использования под контейнеры, под стиральный порошок. И закрытый цоколь. Ну так, по-колхозненькому. А цоколь на магнитах нет? Нет, почему? Цоколь не на магнитах. Цоколь там крепится за ножки, за хвостики, за копику. Он же в глубину утоплен. То есть цоколь можно в глубину утопить, можно наружу. Поэтому этого ничего не видно. Я как понимаю, основное хранение сосредоточено вот здесь в шкафах, потому что здесь стиралка, там раковина. Ну, в принципе, можно разместить. С ушком. Поэтому стоит стремянка, без стремянки вы просто не залезете. Олмстат небольшой стол. Дим, аккуратно, люди. Стеллаж Хэмнес. В общем, такая сборная солянка, которая, в принципе, неплохо смотрится. А, так, здесь у нас уже белая кухня, вединги, но кухню показывать буду позже. Сразу увидела необычное решение, то есть подоконник, здесь получается, ну, условно, батарея, стены. У кого государственный холодильник сохранился? Шкаф с двумя дверцами, двумя полками. Но, опять же, должно быть все утеплено в этой нише, чтобы он не отсырил, потому что он для влажных, холодных помещений не предназначен. Да? Не пугай людей. Почему? Сойдет. Сойдет? Ну, значит, сойдет, как Дима сказал. В общем, если вы так сделаете, у вас облезет, вопросы к Диме. Не облезет. Так, опять метод у нас. Не, мне вот нравится вот это решение. Такое ощущение, вот, ну, в нижнем у нас ни в одном интерьере не представлено. Ну да. Здесь, то есть повсеместно, здесь еще не хватает любит буквально пару стульев. То есть именно чтобы посидеть. А, так, смотри, вот здесь поменьше уже духовой шкаф и два полноценных ящика под хранение всякой мелочи. Здесь у нас ничего не закрыто, но убрана стремянка бэквом. Здесь получается по два высоких ящика. Здесь вы уже решаете сами, что вы будете хранить и как. Здесь сочетание методов и Экита. Метода наверху. И дополнительными акцентами лингульт. Можно Экит использовать, здесь лингульты, как удобно. Кстати, иди, давай покажем. Часто спрашивают, как. Вот так. Сушилка, вода, слили. Протерли, повесили обратно. Не надо отдельно ничем закрывать. Да и не сгниет. А? И не сгниет. И не сгниет, да? Так, такая кухня 82 тысячи. Бытовая техника, подсветка продается отдельно. Нет, в очередной раз браво казанским дизайнерам. Ребята, нижний, давайте тоже будем подтягиваться к коллегам. Мне обидно. А, так, кухонная мебель, метод Тингсгрид. Общая стоимость комбинации. Так, вот такая вот комбинация, значит, вот здесь получается две комбинашки. Вот эта со столешкой выходит в 60 тысяч. Показываем? Да. Металлические ручки планки. Пожалуйста, выдвижной модуль для хранения и для уборки варьера. Все в одном месте, есть место для всего. Куча всевозможных крючков, приспособлений для всех щеточек, тряпочек. Уже кто брал, оценили. Но его нужно ставить в каркас. Просто так им пользоваться не получится. А здесь, значит, у нас просто шкафчики для хранения с выводом воздуховода под духовой шкаф, чтобы уходило все, что нужно, чему нужно уйти. Большой выдвижной ящик.
Здесь. Вот прям чую. Ты что-то спрятано. Чую холодильник, чую. Он двойной. Большой, обычный полноценный холодильник. Морозилка только маленькая. Холодос стоит 60 тысяч. Так, здесь у нас фальшики. Нет, фальшики с той стороны, а здесь место для хранения. Ой. Тоже вот такой кухонный остров можно смастырить, то есть выдвинув, да, освободив место под ноги, чтобы можно было сидеть. Все-таки, повторюсь, метод позволяет наконструировать то, что вы хотите. Здесь у нас бесто, но здесь объединение все-таки идет гостиной с кухней. И сама небольшая кухня, 70 тысяч. Тинсгрид. Вот вам полочки варьеры использования. Не надо нагромождать, лучше разделить. Это гораздо удобнее и функциональнее. Ничего у вас никуда не повалится. Маленькая посудомойка. Шкафчики. Ящички, точнее. Стиралка здесь еще спрятана. Кстати, было бы желание, да? Стира. На какой длине? 2,25, средняя длина кухни. Узкий модуль для запасов. Стиралка, три ящика, посудомойка. Здесь место для хранения. И ничего никому не мешает, никаких. То есть вот она у вас и мусорница, и при этом она закрывается. То есть если все это еще грамотно сортировать. И, соответственно, наверху место для посуды, для какой-то красоты. Вопрос, ну, кастрюльки в этой кухне подразумевается, более тяжелый утварь, по сути, хранить вот здесь. Классно. А мы нашли еще один интерьер. Это метод... Я чуть-чуть затупила. Люрхаттен. Очередной сервант. Очередной шкаф для кухни, который можно сделать из метода. Смотрите, вдохновляйтесь. В закрытом виде, в открытом виде. Ценник 71 тысяча без 500 рублей. Кухонный остров за 29 тысяч. Вандхольма. Ребят, вот про него спрашивать, как вы думаете? Мне нравится, если у вас позволяет место, куда его поставить, и вы не будете об него биться. Почему? Это полноценный, хороший стол с местом для хранения. Единственное, что если напихать много-много всяких корзинок, ну, ноги хочется сюда подальше убрать, здесь этой возможности нет. Плюс закрытая. Ну, в общем, его берут по назначению. То есть это не хочушка, да, вот я хочу и там решу, куда поставить. Так, пойдем смотреть кухню. Интересно, облицован черный фартук. Конечно, так мрачновато вроде бы, но при этом как-то стильно смотрится. Темновато. Согласна. Переиграли. Раковина. Здесь у нас выдвижные ящички, угол. То есть здесь у нас не спрятана ни посудомойка, но я могу заблуждаться? Нет, я не заблуждаюсь. Посудомойка у нас здесь... О, как! Я заблуждаюсь. Видите, где посудомойка спрятана? Кстати, вот вам вариант для вдохновления. Смотрите. Сейчас закрою. Все в едином стиле. Один, два, третий пошире. Вот человек не знает, скажешь, в каком ящике у тебя там стаканы-то хранятся. Глухой. То есть это все место для раковины. Вы сюда уже никак не залезете. Ничего у вас не соприкасается. Здесь просто полноценный ящик. Еще один ящик. Здесь уже подстоловые приборы. Вопрос, мусорка где? Угол. И 20-сантиметровка. Ну, вот сюда хотя бы нужно тогда систему труса поставить выдвижную, потому что мусор, либо это ведро, а его сейчас нет черного, оно синее. А, кстати, синее и черно-серое. Забыла я название у нас, которое дома под мусор живет. Вот такая вот, ребятушки, кухня.
Ребят, следующий интерьер – это кухня. Большая, можно сказать, даже огромная. Метод Будбин за 185 тысяч, но это вместе со всеми наполнениями. Давай покажем. Большой холодильник с морозилкой, то есть уже полноценный шкаф на всю семью. Здесь дополнительный модуль для хранения чего-то такого не сильно популярного. Дальше здесь у нас ящики Максимера, глубокий, еще один. Многие спрашивают, ребят, вот есть дополнительный фасад, который вы закрываете и объединяете под одним общим, если не хотите очень много полосок на фасадах. Ящик. Все аккуратненько закрыто, во избежание стыренья. Раковина Хавсон. Интересно сделаны, кстати, высокие ящики, взяты высокие шкафчики, при этом разделены фасадами визуально, чтобы облегчить саму конструкцию, потому что если закрыть целиком полностью, будет отягощать и давить на голову. А здесь наверх поставили красоту, здесь у нас посудная сушилка. Здесь то же самое. Не забываем, что на метод гарантии 25 лет, и каждый элемент продается отдельно. И если наступил гарантийный случай, и даже кухня уже перестала продаваться, обязательно обращаемся в IKEA, все это решаемо. А дальше здесь у нас раковина, система хранения мусора под раковиной. Все-таки я люблю утрусту, это удобно, особенно при какой-то глобальной готовке. Здесь вам и сортировка бумажного мусора, пластика, пищевых отходов. Опа! Посудомойка спряталась. Кстати, давай ее сразу покажем, скинем. Раз поддон. Два. И для мелкого. Посудомойкам, ребята, обзор будет отдельный, потому что здесь нужно учитывать все технические характеристики, сравнивать их. И смотрите, как интересно сделано. Дим, покажи, пожалуйста, вот эту линию. То есть все фасады разделены, да? Вверх-вниз, вверх-вниз. Здесь же можно было тоже целиково соединить. Но тогда она бы уже выпала из общей концепции. Угловая дверца. Здесь уже цельная карусель. Нет, большая каруселька спрятана прям в угол-угол. И... вопрос для дистанционщиков, да, кто вообще как бы понятия не имеет, только планирует. Вот как выглядит модификация с петлями для углового шкафа. Ребят, по-другому, ну не пытайтесь сэкономить. Лучше сделать как надо, по уму, чтобы не мучиться. А в закрытом виде у вас все очень компактно. То есть вот он, угловой шкаф. Здесь у нас большие ящики, узкие ящики, тоже глубокие, среднего размера под всевозможные штучки. Графин любимый под лимонад. Вытяжка. А, кстати, в стоимость бытовая техника и подсветка не включена. То есть раз, два, три. Это еще отдельно. Ну, кухня не маленькая. Варка, духовой шкаф и остаточек. Здесь то же самое, как у предыдущего. И вот еще дополнено модулем. Торвикин ящички. Каждый ящик по 1000 рублей. Оснащено. Дим, как ты сможем показать или далеко? Ящики не оснащены какими-то направляющими рельсами, но здесь полоска фетра, по которой ящичек бегает и не стучит. Такая вот большая красивая кухня. Комод Хемнос. А дальше давай покажем еще, как из метода сделали буфет. Кстати, вот на это я внимания не обращала. Метод Будбин. Пожалуйста, у вас полноценный буфет для хранения стекла, красоты. Сюда складываем ложки-вилки, салфетки. То есть такие уже более детали для приема гостей, для каких-то праздников. Высокий шкаф Метод
фасады 34 тысячи. Кстати, это более интересно, чем, например, ставить тот же Хэмас либо Хабс, что у вас получается именно в кухонной стилистике. Ценник складывается из фасадов, если это закрывать более бюджетными. Но, опять же, если это будет без стекла, это будет смотреться просто огромным монолитным шкафом. Здесь у нас ингольф и ингаторг коричневый. А вы знали, что из метода можно сделать даже комод? Показать или не показать? Метод Ваксторг. Пожалуйста, каркас, повешенный на стену, ящики Максимера, фасады Ваксторг и фальш-панели, которыми он облицован. Данная стоимость данной комбинации 17 тысяч. Слушайте, мне нравится. Во-первых, гарантия 25 лет, но она не может не подкупить, только Икея из России убежит, тогда да. Гарантия убежит вместе с Икеей. А так смотрится, ну, очень прям. Надо взять за идею, потому что часто клиенты спрашивают, а как, например, мы хотим еще там что-то добавить на кухню, а в стиле нет. Вот, пожалуйста, облицовываем. Кухня, вернемся. Мне понравилось вот это решение. То есть здесь подразумевается частный дом, большущая, огромная гостиная. Ребят, пойдемте дальше. Тоже метод Ваксторг, только в другом цвете. В цвете бежа, то есть сочетание именно по стене. Кстати, спасибо казанским дизайнерам. Ребят, правда классно. Мне очень понравилось. Вот вы ни за что не догадаетесь, что это кусается. Что это кухонное. Это кухонный красивый глянец, использованный в цветовой гамме. И вот, то есть, пожалуйста, хранение всего чего угодно. Очень дальше, оригинально. Очень оригинально. Вот это тоже. Тумба под ТВ, это тоже метод Ваксторг. Да. То есть, представьте, все сделано из кухонных фасадов. 20 тысяч – это комбинация данная, такая комбинация 53. А как они сделали вот эту каемочку? Вот это? Это что у нас? Это фальш-панель. Вот она. У каждого фасада есть фальш-панель. А, все понял. Вот, понял, то есть этими фальшами надо делать. У Димы глаза загорелись. Да нет, я просто такого еще не видел. А дальше. Огромадная кухня, метод Ваксторг. Ребят, 5 метров. 5. То есть это и кухня, я как подразумеваю, здесь. Уважаемые покупатели. Для вашего удобства на входе в магазин Икея работает касса самообслуживания. Так, здесь угол, вы можете оплатить свои заказы, ящик, и не того, ящик, удачных вам покупок. Посудомойка, холодюка, бытовая техника, подсветка продается отдельно. Блин, простите, здесь такая поверхность, такое громадное этот сделал. Плюс еще не забываем про верх. Сочетание, конечно, очень красивое. Мне понравилось. Вот сейчас опять набегут злопыхатели и скажут, вот опять деревня приехала. Ко-ко-ко, слаще морковки не видели. Да, ребят, не видели, у нас в Саранске такого нет. В Нижнем у нас такого нет. Здесь есть. Мне нравится. Красиво. А, причем, смотри, как интересно. Это же индукция, она остывает, да, сразу? Еще и накрыли стол фуршетный здесь же, на плите, можно так сказать. Вот она, облицовка боковая, которая позволяет ставить кухню туда, куда вы хотите. Мне интерьер очень понравился, красиво, все стильно смотрится, не утяжелено. Понятно, мы сейчас не говорим о ценнике, ценник не маленький за такую красоту. Но мне кажется, человек, который имеет такой дом, может позволить такую кухню. И не только. М? И не только. Да. Давай, что? Две хозяйки. Что-то я не поняла. Квартира в современном доме серии 90. А, так, метод Будбин 287 тысяч. Опять же, бытовая техника отдельно. Кстати, мы вот там только смотрели, да, за те же деньги большую кухню. Да, тоже интересно сделано. А, сочетание ручек двух видов. Здесь у нас и СВЧ, здесь у нас и духовой шкаф. Мне кажется, кого мужья порадует такой кухней, потом не отвертишься. Придется бесконечно готовить вкусняхи, да? Два шкафчика. А здесь уже более закончено за счет цоколей.
То есть все закрыто, и она смотрится единой такой конструкцией и при этом не утяжеленной. А, столешка. Я не помню эту столешку. Это Карлаби или нет? В общем, история умалчивает, но мне кажется, что это Карлаби. А, холодильник у нас здесь. И еще вот такой модулек. Кухонный стол Остров Торнквикен. Вполне неплохо сочетается с Будбином. Ну, тут как-то... А в рамках вот этого интерьера непонятен этот уголок. Надо было докончить. Да, то есть вот и вы окончили. Вот такая вот кухня с круглым столом. Кухня 9 квадратных метров квадратной формы. Вот он, очередной буфет из Метода. 63 тысячи. С подсветочками. Все-таки Метод позволяет поиграть мыслью и сделать то, что тебе хочется. Я на многие решения взглянула по-другому. Даже представить себе как-то вот до этого не могла. Пожалуйста, вот мы в следующем интерьере, мы плавно плаваем по кухням. Я не знаю, как мы даже назовем этот обзор, потому что... А мы на две части разделим, скорее всего. Кухня отдельно, а интерьер и гостиная отдельно. Потому что по кухням на самом деле интересно именно вот сочетание. Так, бла-бла-бла. Кухня Метод Торхем, полная цена 107 тысяч без бытовой техники. Посудомойка. Куча выдвижных ящиков. И вот что мне нравится больше всего. Вот такой буфет. 41 тысяча. Используйте для чего хотите. Но у вас это все в стиле кухни. Не что-то выпадающее. Здесь эркер. Углом. Круглое окно. Эркер. Напишите в комментариях. Мы затупили. Нам простительно. А, кстати, вот давно искала, чтобы вам показать. Спрашивают про нее. Узенький Метод, двадцаточка. Вот для чего используют. Вставляется максимеров, 20-й каркас. Это и бутылочки, это какие-то баночки. То есть, ребята, это реально место для хранения. У народа, кстати, в магазине все больше и больше. Как будто, представляете, что здесь выходной? Ну, да. Ну, я скажу, что, по крайней мере, пока казанская Икея больше. У нас это все вот прям вот так наложено. Здесь же, смотрите, вот все фасады. Давай прям пример возьмем. Если бы у нас в Нижнем было бы такое же расположение, мы бы давно, ваши дорогие подписчики, бы уже все сняли. Вот, я беру столешницу, веду мужа за руку и спрашиваю, а к чему тебе больше сочетание нравится? Пожалуйста, взяли, приложили в сочетании с любыми фасадами. То есть не только готовую, которую дизайнер видит. Пардоньте, мне может быть, вот-вот я вот так вот именно вижу, да? Как говорится, я художник, я так вижу. Вот, ребят, то есть здесь на самом деле удобно. Дим, смотри, какие моменты у нас, например, про это даже и люди знать не знают. Консоли Копика. Куча ножек, каких только нет. У нас это все спрятано. Ну, по причине того, что мы одни из самых маленьких. Вот такие пироги с котятами. Ну что, друзья мои, кухню мы вам, как и обещали, интерьеры кухонь мы вам показали. Я надеюсь, у вас появились какие-то идеи для вдохновления, идеи, как все это сделать. Я знаю, что регионы, да, особенно дальние, у кого доставка выходит очень дорого из Икеи, все-таки у Икеи нет ни скидок, вообще, в принципе, ничего, какой-то лояльности отдельной. Обращайтесь просто к местным мебельщикам и делайте, например, у Икеи. Тоже вариант. И смотрите, все столешки пронумерованы. То есть ты положишь ее всегда на то место, откуда ты ее взял. У меня все. Подписка, лайк. Ждем комментарии. Да, пожалуйста, обратная связь очень-очень важна. И, Дим, если не сложно, развернись, пожалуйста. Вот этот шкаф Торнквикен очень много использовался в интерьерах для закрывания дырок. Да, 20 сантиметров не хватающие. Вот к нему отдельные ящички. Есть Торнквикен вот такой, это бутылочный, высокий. Значит, есть на 80 сантиметров и есть на 60 сантиметров. Очень хорошо вписывается. Ну, особенно идеально сочетается с Будбином серым. Это прям вот
его может сказать сосед-партнер. 6, 12 бутылок вина. Вот в такое место для хранения. Так, все, давай заканчиваем. Ну, я бы вернул металлическую стойку под вино. По 3 штуки, которые у нас есть. Она есть в Турции? Есть? Я бы вернул. Есть, то в Турции. Значит, едем в Турцию с твоей стойкой. Все, ребятушки, затянули. Всех любим и пока.